Всем привет, меня зовут Леонид, и сегодня расскажу вам, как избавиться от черного экрана при записи игр с помощью программы OBS. Так как я сам столкнулся с этой проблемой, я искал видеоуроки о том, как избавиться от черного экрана в YouTube. Но 80% так называемых видеоуроков заключались в том, чтобы добавить процесс игры в источники и поставить галочку. А остальные 20% были адресованы владельцам видеокарт NVIDIA, а так как у меня видеокарта не NVIDIA, мне эти видео не помогли. И поэтому я стал искать решение этой проблемы, как говорится, методом тыка. И как ни странно, я его нашел. А заключается оно в том, чтобы в свойствах ярлыка OBS поставить режим совместимости с Windows 7 и запускать OBS от имени администратора. В общем-то это все. Если вам это помогло, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.